Наурыз празднует и Кыргызстан. По всей республике проходят массовые народные гуляния, благотворительные акции и концерты. Люди готовят праздничные угощения и принимают гостей. Эта женщина прогоняет злых духов, болезни и невзгоды. Они должны уйти вместе со старым годом, а в новый люди входят с надеждами, радостью и открытой душой. Наурыз – время просветления и обновления природы. Это пора, когда все вокруг обретает новый жизненный смысл. Желаю, чтобы на нашей земле всегда были мир и благополучие, чтобы урожай в этом году был богатым, природа щедрой, а земля плодоносной. Чтобы все беды обошли нас стороной, и народ был мудрым и счастливым. Чтобы радость вошла в каждый дом, в каждую семью. Ну и какой Наурыз без праздничного угощения? Чтобы бишкекчане и гости столицы смогли ближе почувствовать атмосферу весеннего настроения, на старой площади города была организована ярмарка сувениров и национальных блюд. Особенность этого мероприятия в том, что здесь были представлены кухни 25 стран мира. По числу дипломатических миссий зарубежных государств представлены в Кыргызстане. Один из самых богатых столов был накрыт казахстанским посольством. Это праздник созидания, когда начинают расцветать цветы, зелень, деревья, и человек тоже преображается в связи с началом весны, очищается, чистит свои дома, чистит свои души, поздравляет друг друга, угощают. Танцы, песни, музыкальные розыгрыши. Без концертной программы не обходится ни одно празднование Наурыза. Каждому, кто пришел сегодня на центральную площадь Бишкека, хотелось почувствовать близость весны, поднять настроение себе и другим, спеть и даже станцевать. Еще несколько дней назад в Кыргызстане стояла холодная погода, а буквально еще вчера шел снег. Но сегодня природа словно распахнула свои солнечные объятия для тех, кто особенно рад весеннему празднику. Тем более, что именно сегодня день вступает в свои права и будет увеличиваться во времени с каждым разом. Бакы Чермашев, Виктор Акуленко, 24 KZ, Бишкек, Кыргызстан.